Многофункциональные центры становятся удобнее, а перечень услуг и сервисов шире. Теперь можно без лишних нервов получить статус многодетной семьи. Это семьи, в которых родился третий и последующий ребенок. Никакой бумажной волокиты, а лишь одно заявление на региональном портале госуслуг. И многодетная семья автоматически получает 5 мер социальной поддержки. Во-первых, это удостоверение, которое придет в личный кабинет на портале госуслуг. Во-вторых, выплата на школьную форму в размере 3000 рублей на каждого школьника. Далее семьи получают компенсацию на жилищно-коммунальные услуги на оплату в размере 50%. Также заявитель это все указывает в заявлении, реквизит указывает, также все придет ему уже по реквизитам, да, указанным. Также можно получить социальные карты, подают заявление на портале госуслуг. И уже к нам приходят за готовыми социальными картами. И также автоматически им назначается бесплатное питание в школьных учреждениях. В разы сократилось и время оформления документов. Для примера, на компенсацию по школьной форме и жилищно-коммунальным услугам раньше требовалось 10 рабочих дней. То есть это на каждую услугу по 10 рабочих дней. Да? А сейчас в комплексе это все 7 рабочих дней будет занимать. То есть все сокращается и очень удобно. На портале сделано все максимально удобно и быстро, чтобы заявитель мог все заполнить сам. Кто может зарегистрироваться на портале самостоятельно, тому приходить в МФЦ не обязательно. Всем остальным помогут специалисты МФЦ. Полина Иноземцева, Вячеслав Шумов. Программа «События».